Елена Милеева, кажется, еще до конца не верит в то, что в один момент стала многодетной мамой. Она выглядит счастливой и немного растерянной. Сказать то, что мы удивились, наверное, ничего не сказать. Конечно, да, было сначала удивление, но страх у нас не было никогда, наверное. То есть за всю беременность мы, чтобы мы напугались этого события, наверное, не было. Это была радость, тем более это были очень долгожданные наши детки. Молодая мама признается, что с самого начала и она, и врачи были уверены в том, что беременность многоплодная. Все уже готовились к такому прибавлению в семействе. И только на последних месяцах выяснилось, что Елена нежданно-негаданно станет матерью не двух, а сразу трех малышей. Первые наши детки. И, соответственно, когда мы узнали о том, что у нас два мальчика и девочка, полный комплект, так скажем, это было, соответственно, очень радостное событие в нашей жизни. Малыши родились здоровыми, каждый весом около 2 килограммов. У Елены и Евгения хлопот ровно втрое больше, чем у любых других родителей. Любой мужчина, который узнает о том, что он скоро станет отцом, он испытывает некоторое счастье. Я испытал счастье втройне. Такие мероприятия, как ритуал именоречения новорожденного, не так часто проводятся в ЗАГСе. Обычно они приурочены каким-то датам или праздникам. Но сегодня особый повод – регистрация тройни. Такое событие – большая редкость. Последний раз у нас тройняшки были зарегистрированы 2 года назад, а до этого где-то, ну, наверное, лет 7-8 точно вообще не было тройняшек. То есть сейчас как бы мы наращиваем темпы. Обычно рождение тройни – наследственная предрасположенность и происходит через одно поколение. Причем это касается семей как жены, так и мужа. Так получилось и у Милеевых. В роду Елены были тройняшки, а у Евгения – младшие братья-близнецы. Терпение, сноровки, так сказать, потому что их много. Будет тяжеловато, да. 3 ураганчика. Ладно, 2, но когда 3 – это большой-большой труд и дело. Придется глаз да глаз за ними. Большое счастье и большие, но приятные хлопоты. С малышами Елене и Евгению помогают новоиспеченные бабушки и дедушка. Мы со своей стороны обязуемся, конечно, помогать. Как можно не помогать своим детям и не растить своих внуков? Тем более в народе говорят, что внуки более любимы. Я, конечно, очень сильно переживала за доченьку. Для меня это вообще было испытание. Хотя у меня это внуки не первые. У меня есть старшая внучка, ей 2,5 годика. Вот, это для нее. Она уже нас знает на расстоянии, она знает, кто у тебя там родились, она, братья, как звать. Она Тёма, Сёма, на Машу Маха. Многодетная семья – это нечто особенное. А в семье с детьми-тройняшками молодым родителям придется искать оригинальные решения для многих бытовых задач. И, как отметил глава семейства, в нашем случае весьма остро ощущается нехватка третьей руки. Наталья Буслаева и я, Дамия, Елена Кошелева, «Видное ТВ».